Всем добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна. Все не в терпении хотят посмотреть скорее 11-й каталог. Я его сегодня уже получила и получила заказ. Видео с заказом выйдет позже. Ну давайте. Россия, Орифлейм, каталог 11-й. Что новенького нас ждет? Так, это положили, какие спецакции будут. Так, сейчас вам скажу. С 1 по 20 число. Так, любой оттенок за 129 рублей при заказе двух. Это у нас сияющая помада. Жемчужный сияющий финиш. Но самое главное, чтобы они все были в наличии. Вот. Как только выходит, загружают каталог. С 10 до 12, я понимаю, первый день еще нельзя там зайти. Но в 12 заранее добавляйте в корзину, чтобы успеть урвать все акции со скидкой. Потому что в 10 каталоге многие разобрали краски, тени, карандаш. Вообще ничего половины не было. Так, у нас освежающий шампунь. Вот, и защитное масло для сухих волос. Мне кажется, вот это масло сейчас со скидкой в спецакциях есть. Заказывайте сейчас. Вот. Вот такой набор за 549. Туалетная водичка новая. Туши 5 в одном и темпераментный яркий аромат. Ну давайте открывать, смотреть. Он пройдет с 1 августа по 20 августа. Ну, смотрите, какая красота. Красивый такой августовский. Так, лето, озеро. Водичка за 1300. Так, тушь 5 в одном. По 299, 299 и плюс ваша скидка. Водостойкая есть, многофункциональная. Ее очень хвалит. Берите. Так, что у нас здесь? Жидкий хайлайтер 600 рублей. Компактная матирующая пудра 600. И губная помада с эффектом металлик 269. Так, стойка Market подводка 300 рублей, стоил 600. Стойкость 24 часа, это выгодная цена. Стойки маркер подводка тоже 299. И вот такой бальзамчик, неплохой, многие берут. Я помню, он был вообще по 200 рублей. В 8 или в 9 каталоге я брала такой коралловый, неплохой в подарок. Вот. Так, говорят, что много сывороток. Антивозрастная со скидкой стоила 1900-1349. И сыворотка пилинг с обновлением кожи. 6% содержания кислот. 1300. Тоже выгодно. Очень многие хвалят вот эти вот капсулы для лица. Они стоили 1100-729. Надолго хватает. Кто-то ими делает массаж. Вот, подтягивающий дневной крем 1200, ночной тоже 1200. Любимая тоже линейка, восстанавливающий кондиционер 319, восстанавливающий шампунь, очищающее средство для душа, увлажняющий крем, питательный лосьон для тела 529 и мыло. Мыло с растительной основой, 8 минералами, экстрактом шведской жимолости, бережно очищает, обновляет кожу, очень многие. Вот это вот новинка, питательный лосьон будет. Так, ну это вот серия с медом, с молоком, мыло по 119, жидкое мыло 300 рублей. На осень можно на запас крем для рук и тела, шампунь и кондиционер. Тоже приемлемые цены. Так, этот набор 549 рублей. Маска. Маска для рук и тушь. Но тушь, к сожалению, мне не очень. Вот это вот. Она, да, она водостойкая. Надо специальным средством снимать. Но она снимается комками. Очень сложно ее снять. И, ну, вообще не мое. Вот эта вот тушь. Так, смотрите. Если вы делаете заказ на 2000, то вы можете заказать рюкзак за 1800 вместо 3000. Вот такой красивый рюкзачок. Яркая тканевая подкладка, внутренний кармашек на молнии, застежка молнии, вместительная, карман. Такой интересный рюкзачок.
Так, ну, пробники. Потом у нас Discovery тоже опять со скидкой. Так, мыло по 59 рублей. Тропический аромат матка, утонченный аромат. Вот, но у меня из этой серии любимый гель вот этот. Калифорния. 400 миллилитров, 189 рублей плюс 20% скидка. Ну, это вообще даром. Большой объем. Берите. И щетка для тела 350. Ну, неплохая. Многие тоже хвалят. Так. Зубные щетки по 120 плюс скидка. И зубные пасты по 165. Ну, где-то плюс скидка 130 рублей обойдутся. Вот такие-такие. Ну, у меня сейчас пасты есть. Вот, пасты очень хорошие. Берите. Так, гель для интимной гигиены по 239, успокаивающий гель, мягкий гель. И вот эти новинки, если у вас осталась туба, очень выгодно взять вот такую. Они сейчас даже в 10-м каталоге. Вот, если вы не заказывали, можете перелить. Мне кажется, даже если вы решили какой-то другой попробовать, чтобы не переплачивать. Ну, разница в 100 рублей. Тут 179, тут 239 плюс скидка. Вот. Освежающий гель и интимная гигиена. Так, наконец-то ждала вот эти дезодоранты. Своей знакомой хочу сказать. Вот этим сейчас пользуюсь. Не оставляет следов. Прекрасный дезодорант. Вот этот еще у меня в запасе. Вот. Очень многие хвалят спрей дезодоранты. Обязательно возьму на запас. 249 плюс скидка. Красивый лавандовый шик. Украшения. Очень красивые. Ой, какие красивые. Так, у нас серьги лаванда с розовый кварц. Очень красиво. Я, к сожалению, золото, серебро. Вот. Очень красивое украшение. 1200. 1000 рублей. Остается лето. Так, сумка. Пляжное полотенце. 2000. И пляжная сумка. И вот этот набор. Так, набор дорожных контейнеров. 800 рублей многие берут. Потому что... Так, блески по 269. Ну, я помню, я эти блески брала по 150, даже дешевле были. Хорошая кисточка, очень классная. Вы меня строго не судите, потому что я первый раз обзор Oriflame делаю. Я не всю, конечно, продукцию знаю, но людям интересно посмотреть, что. Так, эффект накладных ресниц. Ну, это была новинка в феврале или в марте вот это вот. Так, 400 рублей. Чувственные ресницы с эффектом длины объема. 279 туши. Правда, цены чудесные на туши. Помадка для бровей очень многие хвалят. Трафареты по 149 и тушь для бровей 329. Разные оттенки есть. Так. Тени карандаш 600 рублей. И средства для снятия водостойкой косметики. Многие берут. 389. Хорошая скидка. И новинка макияж. Защитная накладка для макияжа глаз. 219 рублей. Надо прикладывать рисунки. Так, давайте еще посмотрим. Новинка. Тени четырехцветные. 700 рублей. Так стоили 1000 рублей. Мне кажется, будут заказывать. Смотрите, какие красивые цвета. Серебристо-серый, сливово-розовый и тауп-сиреневый. Но мне ближе вот эта вот гамма, конечно, очень красивая. А серебристый, серый, такой вот. Кто-то коричневый любит. Очень красивая. Мне кажется, вот этот товар прям зайдет. И можно между собой как бы сочетать. Кисть для растушевки 179. Так, высокопигментированная, матовые блестящие оттенки с комплексом PowerTech для высокой стойкости с маслом органа и витамином Е. Мне кажется, вот эта новинка очень хорошо зайдет. Надо успеть будет заказывать. Так, что у нас здесь? Цветокорректирующий праймер 449. Невесомый фиксатор, закрепляющий спрей для макияжа. Вот, палитра консилеров 450. И крем средство с плюс 10 свойствами. Мультифункциональный матирующий крем-тон для лица.
Так, 740, сейчас 500 рублей. Мне кажется, был еще и 400 когда-то. Можно подешевле отхватить, со скидкой. Супер матовая помада. 350. Красивые такие оттенки. Так. И у нас со скидкой соблазнительный ванильный аромат, инновационная формула, кремовая гелевая текстура. Угу. Стойкость до 6 часов. Плотный цвет уже с первого нанесения. Сочный цвет, глянцевый блеск. Ух ты какая. Ну, не знаю. Мне кажется, это надо такую вот куда-то помаду наносить так ярко. На выход куда-то. Прям, чтобы произвести впечатление. Так, жидкость для бережного снятия лака. 299 рублей. Стойкий глянцевый лак. 199. Пилка для ногтей. 79. Но она такая простенькая. Так, лаки продолжаются. Гель-лак, закрепляющий покрытие 199, закрепляющий 299. Вот, тоже красивые, вкусные такие цвета. Так, кремовая мечта 179, плюс ваша скидка. Модный матовый финиш помадки 279. Так, подчеркни красоту глаз. Точилка брала, очень классная. Она вам 100 рублей обойдется. Прям лезвие, огонь. А вот карандаш для глаз я такой не брала. Вот, ничего не могу сказать. И вот эта тушь, она часто бывает со скидкой 169. Так, матирующая тональная основа. 199 рублей. И консилер выгодно по 159. Так он обычно даже со скидкой 200-250. Вот, лаки. Они сейчас в этом каталоге. На лето очень вкусные, такие яркие, сочные цвета. Берите, пока они со скидкой. Так, Джорджо. Пинцет для бровей золотистый 289. Ну, сейчас и в 10-м каталоге пинцет вроде 100 с чем-то рублей черного цвета. Двусторонний карандаш Кушон 600 рублей для бровей. Удлиняющая тушь 500, стоила 900 рублей. Очень хорошая скидка. Так, объемная подкручивающая тушь тоже 500. И щипчики для завивки ресниц 300 рублей. Хорошие скидки. Рассыпчатая пудра 800 рублей. Так, минеральная тональная основа Джорджо Голд. И корректирующий CC крем. Тоже хорошая скидка. Вот, ничего из этого пока не пробовала. Если вы пробовали, пишите, как вам вообще эта серия. Контурный карандаш 300 рублей, тоже хорошая скидка. И жидкая помада эликсир. Трансформируется в глянцевую матовую, не растекается. Удобный аппликатор для равномерного нанесения. Тоже такие яркие цвета. Да, они очень яркие. Вот смотрите, или темные, или нежный абрикос. Только вот теплый кашемир более-менее. Так, очень яркие такие цвета. Розовые, яркие прям. Яркие. Так, мужская коллекция, тонизирующий гель после бритья, гель-скраб, шариковый дезодорант 139, мыло-скраб. Так, мужская энергия молодость, туалетная водичка, тоже хорошая скидка. Так, 1099, сильный решительный. И элегантный, благородный 1200. Тоже хорошая скидка на туалетные воды мужские. Продолжается вот эта новинка Nordic. И если вы эту берете, туалетную воду мужскую, получаете пену для бритья и увлажняющий гель после бритья. Очень выгодно. Ну, если нужна туалетная вода мужская. Так, еще у нас мужская за 2300, 3500 стоила такая туалетная вода. Так, брелочек 500 рублей, Эйфелева башня. Туалетная вода, Эклант. Вот. Еще мужская по 600 рублей, плюс скидка, это вообще, девчонки, дешево. Туалетная вода, Вентура. Так.
Ночная маска, ее очень многие хвалят, но для меня дороговато. 1400 стоило 2. И лопаточка 350. Это уже, ну, более такая серия подороже. По 8000. Вот. Потом сменные насадки 900, 100 рублей скидка, кисть для распыления крема 350, лопаточка для нанесения крема 199. Так, что тут у нас? Увлажняющая инсенция 1300, интенсивный антивозрастной крем для рук, ух ты, 760. Восстанавливающая капсулу 3500 и обновляющая маска 810. Ну, это уже такой, знаете, премиум. Гель против воспаления 800 рублей, мультифункциональный защитный крем 1300 и обновляющий пилинг 779. Так, Optimals у нас со скидкой, ночной крем 400, 500 рублей, сыворотка против пигментации 600, хорошая скидка, а стоила 900, крем против пигментации 439. Так, и здесь новинка у нас, просто добавь крем, омолаживающий бустер для лица Optimal. Экстракт морских водорослей, помогает обеспечить интенсивное увлажнение мелких морщинок, в результате кожа выглядит более гладкой. Комплекс из 5 минералов, цинк, железо, крем, цветок бузины. И попробую серию Optimals дневной, ночной, пробнички, можно по 30 рублей заказать. Вот это новинка, присмотритесь. Так, дополнительный уход. Гидрогелевые патчи 209, увлажняющий крем для век 419, сыворотка увлажняющая 479. Ее многие хвалили, особенно на зимний период. Роликовый массажер 1400, так 2000 стоил. Глубокое увлажнение, мощная защита. Защитная сыворотка 659, хорошая скидка, до этого стоила 1000, и вот эти вот набор пробников по 30 рублей этой серии. Сыворотка антивозрастная 600, очень хорошая скидка, и антивозрастной крем для кружева вокруг глаз 500 рублей, и эти пробнички кремов. Так, глубоко очищающий гель с фруктовыми кислотами 249 и успокаивающий тоник. Вот это надо попробовать для всех возрастов. Так, Love Nature, наша любимая. Со скидкой очищающий гель для умывания с органичным чайным деревом 179, спонж 479. Так, увлажняющая маска с гранатом 159, но учитывайте, что 30 мл, многие говорят, что это дороговато. И восстанавливающий скраб с клюквой, но мне больше всего понравился вот скраб с клюквой, прям вообще без парабенов, без силиконов, там мелкие скрабирующие частички, обалденные. И маска-скраб, кремовая маска по 219. Так, с кокосом у нас освежающий крем-гель вокруг глаз 219 и увлажняющий крем для лица алоэ веры кокосовой водой 219. Так, многие вот это вот соцсредство хвалят. И карандаш. Вот этим кремом сейчас пользуюсь на лето, матирующий. Вообще просто шикарный. В жару просто вот... Шикарно, у кого прям жирнится кожа, просто прекрасный вот этот крем, очень нравится. Эта серия тоже у меня есть. А, крем, он и для лица, и тела, и с витамином Е, увлажнение, не оставляет никакой жирной пленки, приятный такой вот, знаете, какой-то нежный аромат. И увлажняет, ну я имею в виду универсальный, как сказать, не крем для лица, а умывашечка. Тоже очень хорошо на осенне-зимний период. Но я иногда сейчас для снятия макияжа без мыла, без спирта эффективно очищает кожу, не сушит. И кожа гладкая, чистая. После нее просто прекрасно кожа дышит. Очень нравится. Многие также тканевые маски из этой серии хвалят. Вот она сейчас по 80 рублей. Так, что у нас здесь? Сахарная маска скраб для губ 199 со скидкой. Так, питательный бальзам 179. И вот эти у нас специальные средства 145. Ну, иногда они бывают и по 99. Завышенная цена. Вот. Ну, мне кажется, это больше в осенне-зимний, весенний период.
Солнцезащитные средства, желе для тела после загара 359. Так, средства для умывания 350, очищающий тоник. Это при покупке двух будет цена другая, видите, внизу. Так, обновляющий скраб для лица. Мне кажется, сейчас выгодно брать вот этот обновляющий скраб по 200 рублей, что ли. Матирующий крем для лица. И новинка. Очищающее мыло для лица и тела. При покупке двух 149, а так 169. Вот. Красная глина. Впитывает и обладает успокаивающим, смягчающим, очищающим свойством. Работает против воспаления на лице, очищает поры. Очень классная штука. Вот. Обновляет кожу, глубоко очищает поры, устраняя и предотвращает закупоривание. Интересная новинка. И сколько здесь? 75 грамм мыла. Орифлейм нас радует новинками. Ну, это я не буду. Проходим. Так. У кого проблемы с ногтями, волосами, вот, берите нутрикомплекс для волос и ногтей. 1700. У меня, к сожалению, мне это не нужно, слава богу. Все в порядке. Так, еще скидка. Пребиотический напиток с пищевыми волокнами. 1479. Так, многие хвалят вот эти витамины. 3400. Для мужчин и женщин. Всякие коктейльчики. Так, многие хвалят, вот кто получает сейчас заказы, стакан очень качественный. Так, морской кальций 1500, но он сейчас со скидкой. А, черника 200, омега 1900. Так, смотрим дальше. Восточная сказка, шафран, пачули. Многие нравятся, берет тоже со скидкой. Особенно лосьон для рук стоил 1000, сейчас 579. И мыло 129. Так. Маска. И шампунь. Так, HR. Шампунь. Плотность, использование регулярно, кондиционер. Угу. Средство для уплотнения волос. Тоже хорошая серия. Так, шампуни выгодны. Если вам надо 400 мл, 500 рублей выгодно. Так, CC-крем для волос. Делает волосы более послушными, увлажняет, придает блеск. 400 рублей. И сухой шампунь по 319, но он каждый каталог какого-то цвета определенный шампунь. Так, расчески, кому нужно, тоже со скидкой. Плюс еще 20% ваша скидка. Так, шампуни по 219 для жирных волос с лимоном мяты и кондиционер. И с кокосом для восстановления. Очень вкусная тоже цена. Так, детская серия. Так, защитный крем по 205. И крем для внук пряный цитрус 200 рублей, мини 210. И вот такой набор по 305, тоже скидка небольшая. И вот самые классные скидки на парфюмированные дезодоранты. Я знаю, что вот эти все будут разбирать. Вот этот особенно. Неплохие вот эти ароматы. Вот. Мне нравятся парфюмированные дезодоранты. Так. Пилка небольшая для ног 159. Крем для ног. Тоже выгодная цена. И спрей для ног, он 200 рублей, очень классно ананасом, имбирь прям не чувствуется, прям освежающий, очень классно, маме моей нравится, она пользуется. Так, мыло, мыло-скраб, это тоже было, ну как считается, пока новинки. Потом тальк, я вот сейчас вот таким пользуюсь, очень классно, я брала, ну он 99, может быть, да, обойдется. Кто не любит сладкий, кто лаванда, тальк, да, он нужен. Так, у нас мочалка по 109, гель для душа по 189, очищающий гель для душа 219. Так, у нас питательный крем для тела 300 рублей, да? Крем для душа с абрикосом. Ну, вот это я еще не пробовала, не добрались. Я только вот этот, ну, алоэ так, с огурцом свежий. Так, любовь к розам 1200. Парфюмерия.
Водичка. Можно заказать пробники по 30 рублей. Видите, они даже пишут пробнички. Пробнички заказываем тоже. Все будут вот эти заказывать. Почему-то все вот на этом аромате. Конечно, 329 плюс у вас скидка. Так, продолжается туалетная вода 1500 женская. Смотрела девушке обзоры, ей очень понравилось. Она говорит, вот среди всех это ее самый любимый теперь аромат. Морской, свежесть. Прям очень. И в подарок вам кладут тушь и карандаш, подводка для глаз. Так, фруктовый шипровый. Парфюмированная вода. И парфюмерный крем. Что у нас еще? Дозатор со скидкой 30, не без скидки, и духи. И вот это все. Это вот просто, мне кажется, буду разбирать, что парфюмированный, что туалетную воду. Это самое популярное, я смотрю, среди постоянно, кто заказывает Oriflame. Ну и представители. Так что, чтобы сделать заказ, делайте в первый день, чтобы ухватить до 12, до часа, в зависимости, когда, какой день недели это будет. Так, 45% скидка еще на туалетную водичку. Еще туалетная вода. И, ну, это более летний аромат. 800 рублей. И вот она новинка. Персиковый мармелад, желе роз, молочная карамель. Вот, 749. Мне кажется, это мой аромат сладкий, я люблю. Все, и у нас получается адаптивная тональная основа 450. И спонжики по 99 рублей. Вот такой был каталог 11. Вот, пишите, что вы будете заказывать, что вы увидели выгодного. Не судите меня строго, я не такой эксперт Oriflame, просто решила показать, потому что все спрашивают, покажите каталог 11, и я решила сделать обзор, потому что получила. Так что подписываемся на канал, ставим лайк, пишите любой комментарий. Вот. Все, давайте на этой хорошей ноте заканчивать это прекрасное видео 11 каталога. Всех целую, обнимаю, пока-пока.